Фиксация на последнем травматическом опыте, если взять за пример за одну из сессий, на которой была работа с расставанием, и внешне это просто зависимости со всеми вытекающими невротическими симптомами в ее острой фазе, в дальнейшем переходящих в депрессивное состояние. Можно работать с проблемами созависимости, но теми отличается психотерапия. В данном примере, что при работе с клиентом выяснилось несколько эпизодов травматического переживания с периодичностью примерно 2-3 года. Это смерть родной бабушки, угроза смерти родителя, физическое насилие и только последним, крайним, это расставание. Но в процессе выяснилось, что была нарушена базовая потребность в безопасности. Из далекого детства, холодной и строгой матерью, которая выставила 3-летнего ребенка за двери своего дома. И в процессе воспитания все время говорил о том, что вот я умру, а что вы делать будете без меня? И расставание воспринимается психикой как угроза жизни и безопасности. А последний случай просто был тем триггером, который запустил весь этот механизм, сложив все кризисные эпизоды в одну кучу. Так иногда происходит.